Pupapa pa. Молодцы, ребята. Завтракать будем холодными котлетами суши. Перестань, Смайлик. Если ты, да-да, ты, именно ты, хочешь стать как папа, то тебе нужно любое слово сказать. Чтоб народ наоборот, кого я вижу? Здорово, лысый. Вот это слово папа говорит. Видишь родинку? Да, папа. И у тебя такая же. Ну, нападай. Не танцуй. Тебя тут надо задержаться. Ой, какой маленький малыш. Ну, давай еще раз. Давай еще раз. Ну, сколько лет, сколько зим не было, а? Здорово. Здорово, дед дура, а что случилось? Да ладно, гоняй в магазин, продукты купить, и да-да-да-да-да. Ну, короче, я купил себе машину Лада 2104, белый цвет. О, какой мой любимый цвет. Я слышал, вы тренируете вашего сына? Да там просто все, там его игрушечного там нашли, там, и лента-то знали. На счет шесть, да? Раз, два, три. Постарайся запомнить. Ты сейчас видел Смайлика, как надо напасть. Сюда, киса. Он такой хороший, за его много отплатят. Ага, чем дальше, тем проще. Смайли! Послушал молодец и просто не фокалась его в конец. Ёбра, сел. Ну ты молчишь!